Всем привет. Ну вот это такое, я сейчас вышел на улицу из студии своей, на балкончик. Это вот мой вид с балкона. Вот, и хочу маленькое дополнение сделать к тому стриму, который сегодня был, когда мы пробовали все четыре гитары мои. Ну не все четыре, есть еще пятая. Ну, в общем, короче, мы пробовали сравнивали мои гитары чисто акустическим способом, то есть без усиления вообще, просто в микрофон. Потом напрямую сигнал шел без обработки и так далее. Ну и потом я на них поджимовал немножко. И в результате мне кажется, что я все-таки еще раз, лишний раз убедился, и каждый раз к этому мысли возвращаюсь, о том, что все-таки Лес Полы, мой Лес Пол в частности, это доказывает лишний раз, что есть в них какая-то магия, в их звуке все-таки. Что-то такое в их обертонах есть неуловимо леспольное или неуловимо гибсоновское такое что-то, что невозможно объяснить словами и как-то проанализировать очень точно. Кто-то слышит, кто-то не слышит, но я думаю, все-таки я просто меня поразило еще раз вот это вот то, что я опять очередной раз наткнулся на это ощущение, на это впечатление. И это никакая не предвзятость, я не думаю, что это какое-то что это какое-либо такое, ну, действительно предвзятое отношение или там стереотип какой-то, психологическое какое-то ну, предрасположенность к тому, чтобы так воспринимать звук именно этой гитары. Я умею быть достаточно объективен, у меня опыт работы большой, я много всего переиграл не на большом количестве гитар, но на приличном, для того, чтобы уметь объективно понимать, как она звучит. И вот, тем не менее, вот лишний раз убеждаюсь, что Лес Пол имеют все-таки свою магию тембра и звука. И вот сейчас хотел просто поделиться этим своим впечатлением. Ну а если кто-то наткнулся сейчас на это видео, то ну, заходите, посмотрите запись этого стрима, особенно в последнюю ее часть. Там как раз я на Лес Поле играл и сравнивал его, прям дергал гитару из рук, то одну, то другую перебрасывал гитары в руках и менял их прям буквально на секунды. И чтобы, ну, продемонстрировать. И желательно все-таки слушать такие вещи, на такие темы разговоры и записи не через динамики какого-то маленького компьютера, лэптопа там или там ноутбука, не через динамики таблетки или телефона, а все-таки ну хоть в какие-нибудь наушники, в которых есть хоть какие-нибудь басы, и тогда действительно вы услышите эту разницу, и я думаю, что будете со мной согласны. И даже на сильном перегрузе, который якобы должен нивелировать все различия между всеми гитарами, мне кажется, все-таки Лес Пол отличается определенным образом от остальных гитар. Что-то в этом есть. Нельзя назвать это магией, но какая-то что-то они делают с этими гитарами такое, что они совсем отличаются от всего остального, что происходит на гитарном рынке. Ну, мне так, по крайней мере, вот сегодня ли еще раз это показалось. Уже на своем собственном опыте, на своей собственной шкуре, через свои собственные колонки, уже тысячный раз я беру эту гитару, я с ней много проработал. И после этого я много проработал с другими гитарами. И перед этим я проработал много на других гитарах. И ну, вот американский именно Лес Пол, потому что у меня был еще корейский Лес Пол Studio, классический Single Cut. Там со звуком было немножко иначе что-то. Все-таки это было. А вот в американских Лес Полах что-то такое происходит. Может, я сошел с ума? А может, просто мы чего-то не расслышали? А может, нам стоит к этому прислушаться? Ну, в общем, всем рок-н-ролл. Пока.